Потому что... Ну, тоже Миша зовут. Михаил Потапович. Да. Ой, какие ногти у нас, смотри. Да. Ну что же, красиво жить не запретишь. Нет. И недорого, слушай, 180 баксов. А сразу ты уронишь их всех. А он тяжелый, нет? Нет. Ну, увесистый, увесистый. Увесистый. Это уже подготовка к Хэллоуину. Ты думаешь? Да. Ну, тыквы золотые. Да. Золотой человек. Говорит, оббегал всю Одессу, золота нет. Да. Так ты знаешь, что я нашел решение. Да. Привел тебе Рабиновича. Золотой человек. Вы видите, друзья, как решается в Америке половой вопрос. Недорого решается. Вот. Это ламинированные полы. Ну, покажи доску. Нет, вот это ламинированный пол. Так. Это значит? Что у него снизу, подожди. У него снизу, бог знает что. Это типа изолятор такой. Да. Так. Ну, а вот сверху он вот тоненький слой настоящего дерева. Вот такой красивый, это настоящее дерево. Угу. Ну, очень тоненький, как просто такая пластиночка. Совсем. Да. Вот. То есть это не пленка все-таки? Ну, не знаю, может и пленка. Но вот это вот, да, но он боится из-за того, что у него тут не поймешь что с обратной стороны, да. Если влага попадет, он весь сдуется. Как он вообще хороший, но может сдуться. Просто я исходил из того, что это не да, настоящая, наверное, это пленка. Не настоящая. Да. Мы сейчас уже научились делать, раньше так. Делали гладкие. Это вот тоже такие. Пленка, видно да. Хорошо. Это точно пленка, да. Это вот подешевле, $23. Да. $23 за что? За коробочку. За коробочку это... Это $41 за скверфут. Сколько в коробочке футов-то? Там 20, по-моему. Надо вот здесь, вот здесь посмотреть, здесь написано, смотри. Да. Вот это 20. 10 пластинок. Да, а вот это вот... 10 пластинок, 20 квадратных футов. То есть, тут в метрах нет, есть, смотри. 1,872 квадратного метра. Ну смотри, мы сюда пришли вот да. За этим, а это лучше. Мы пришли за этим, вот. А чем он лучше? Это лучше, потому что воды не боится. А как видно? Ну как, это виниловый. У него, видишь, нету... То есть это не пленка, это просто винил, это линолеум. Это, ну, типа, да, такого совестикейта линолеума, который издалека сними, вот, потому что он абсолютно похож на дерево с фактурой. Он похож на дерево. Ну, сейчас мы вот так на него наедем камерой. То есть это просто линолеум, он действительно, друзья, уж что на свете не боится воды, так это линолеум. Вот, и в общем, вот нам нужно такого линолеума. Так, а вот такого нам не нужно. Ну, это тоже очень неплохой, хорошенький такой пол. Да. Просто ощущение просто деревянного пола. Да. Очень классно стали делать. Видите, мы сначала хотели такую тележечку нагрузить, и вроде бы оно вмещало. Но потом пришел местный товарищ и говорит, мужики, говорит, вы что делаете? И пришел, стал нас перегружать на другую тележку. Что значит вот разница, друзья, между гнилой интеллигенцией и пролетариатом? Вот, я, говорит, вас еще вывезу. Говорит, в общем, говорит, стойте, не трепыхайтесь. Увесисто, увесисто. Разогнать надо. Масса большая. Вот так, друзья, осуществляется помощь в этом клубе. Мы попросили, чтобы нам помогли загрузить эти тяжелые планки в машину. Они прислали девушку, вот такую тонкую трубку, а планки эти довольно тяжелые. Вот они на паях с Михаилом грузят это все в машину. Я, конечно, ожидала, что придет такой парень, как вот типа нам помогал грузить на эту тележку, и все погрузит сам. Но вот, как видите, здесь нет разницы никакой между мужчинами и женщинами, все равны в правах и, соответственно, в обязанностях. Вот, и прислали вот такую девушку, и она, в общем-то, как бы не отказывается это делать.